В эту субботу с 8 часов утра в городе Кокшетау на площади Таульсездек проходит ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Акмолинской области и Республики Таджикистан. На данной ярмарке сельхозтоваропроизводители и фермерские хозяйства Акольского, Атбасарского, Бурабайского, Буландынского района, а также района Биржанцау, Астраханского, Сандыктауского, Шортандинского района и города Кокшетау представили более 60 тонн продукции. Это свыше 40 наименований продуктов, а цены ниже рыночных на 10-15%. По доброй традиции АО СПК Кокше представила в своих фирменных павильонах продукцию из регионального стабилизационного фонда. Приятным сюрпризом стала продукция, привезенная прямо из солнечного Таджикистана. Овощи и фрукты, натуральные соки и урюк, мед и консервированные огурцы. Все это стало доступным по приятным ценам. Пожалуй, отличительной особенностью данной ярмарки стали волонтеры, которые помогали продавцам и покупателям. Я житель города Кокшетау, приехали сегодня на ярмарку. Очень хорошая погода соответствует, прям и цены доступные. Организовали хорошо ярмарку. Мы очень рады, как что в преддверии День пожилых. Поэтому в преддверии этого праздника хочется поблагодарить организаторов ярмарки, что вот именно в преддверии этих сделали нам ярмарку. Здесь все очень дешевое, будем говорить, по цены очень приемлемые. Мы очень довольны. Мы, пенсионеры, как бы всегда этим. Пусть почаще проводят такие ярмарки. Спасибо организаторам за организацию таких ярмарок. Мясо купили, масло купили. Цены подешевле стали здесь. А так все есть, все конкретно, все хорошо.